Привет, начнем. Установи оружие. Ничего себе. Девчуля, нажми. С дробашом. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ранчо Зомби. Установить оружие? Ну хорошо. Ох. Установил. Там просто чувак какой-то сидит из окна с пушкой. Оу, удачи! Такс, и что же? Гоу! Понял. Понял прикол. А где зомби-то? Вот. Так, я не понял, а что ты только один раз... А, все, пошел. Подбирай патроны и следи за боеприпасом. Окей. Давай. Это какие-то обычные зомби-фермеры. Как ты видишь... А, так мне достаточно кликнуть, и все, он сам стреляет. Давай, продолжай бомбить. Стреляй по этим говнюкам. А я буду патроны собирать. Так, у него там перезарядка, я смотрю, да. Слушай, да он даже вообще сам, по-моему, стреляет. Точно, ребята, он сам стреляет. Мое дело маленькое, собирать патрончики и наслаждаться тем, что чувак, который спрятался на этом ранчо, отбивается от зомби. Так, удвоение монет за рекламу. Нет, спасибо большое, я не хочу. Улучшай дом, открывай огневые позиции. Так, улучши за тыщенку. А у меня-то сколько? Сколько у меня денег? А, вот, 2264 монеты. Давай улучшим. Воу. И сюда мы чувака ставим, видимо, с УЗИ. Внимание, зомби идут. Так, ну, зомби идут. Так, они теперь будут вдвоем. Гоу. Так, ну-ка. Мне надо указать, да? А что такое? А, тут смотри, тут волна. Это знаешь, как напоминает? Что такое? А, бросить. Понял. Будем знать, ребят, что динамитом можно подрывать. Вот этих вот. Давай, стреляйте. Капитально, ребята, разнос идет. Да, я должен собирать патроны. А где у нас вообще общее количество патронов? Кто-нибудь не скажет? Где это все отмечается? Я не вижу. Я вижу, что вот деньги у нас идут. А, вот, скорее всего. Вот у нас с тобой ящик. Якобы с патронами, да? Да, и я его потихонечку восполняю. Что-то мне подсказывает, что скоро здесь пойдут совсем лютые зомби. Наверное, этот забор тоже будет улучшаться. Наверное. Ну, пока все у нас нормуль. Можем, кстати, ускорить скорость x2. Ну, пока справляемся вроде бы. Даже динамит, ребят, не приходится мне тратить. Это какие-то зомби-фермеры. По-другому не назвать. Так, мы можем с тобой... А что мы можем? Улучшить дом стоит 5000. Так. Забор стоит 10 тысяч улучшения. А это что у нас такое? А, ну это уровни, да? Мы с тобой должны будем третий уровень пройти. Естественно, лучше на 3 звезды. Так, улучшай арсенал, открывай новое оружие. Улучшаем арсенал за 1000. Войти. Так, боеприпасы тут. Возьми для защиты от зомби. Что взять? Вот это? Не забудь пополнить свой комплект. Так, тут будут ми... О-ё, тут ничего себе. А сколько вот эта штука стоит? 3000 монет. Так, а пушки? Ну, пушек тут приличное тоже количество. Бесплатные монеты. Кстати, за рекламу можем получить 2000 голды. Удачи! Так, поехали. Идут охламоны. Давай, я готов. Я вот ускорение сделаю, 2х. Ух. Шикарно. Так, главное следить за патронами, естественно. Так, я одного не понимаю. Я взял коктейль Молотова, которого у меня нету. 0 бутылок. Зачем, спрашивается, это нужно мне? Я без понятия. Но ни один зомби не пройдет. Это факт. Так, финиш, вот у нас, ребят, волна.
Если кому непонятно, когда она прекратится, вот можешь посмотреть наверх, и тут видно, как только финиш будет, все. На этом волна прекращается. И все даже очень хорошо. Давай, последние зомбари. С патронами, как ты видишь, пока никаких проблем нету. А че волна-то не кончается? В чем проблема, ребят? Все. Победочка. Ну, удваивать наши копейки, я думаю, хотя тут как копейки? Тут 1056, ладно, не будем. Перебьемся пока. Рулетка. Крути. Так. Ну давай, крутанем. Посмотрим. Казино. Так, я получаю минус, судя по всему. Возьми это, так, для защиты. Ну я вот сюда возьму, наверное, да? Так, чтобы улучшить. А, ну вот, смотри. Блин, нифига себе. Давай я, наверное, вот так вот этот магнум улучшим с тобой. Я думаю, это будет круто. Тут можно, кстати, крутить за рекламу. Но это лучше всего делать за кадром, согласись. Не во время съемки, а, естественно, когда... О! Ну нифига тут. Это что такое? Я думал, что это вот тут только, а тут... Так, завод ускорить, продать. Что-то они тут добывают. Молоко или самогон, я не знаю. Откроется в третьем сезоне. Во втором сезоне. Нифига себе, тут еще и сезоны, оказывается, есть. Это прям, блин, как ходячие мертвецы. Ну что, друзья мои, погнали. Так, оу. Ты видел? Там новые виды зомби. Летающий какой-то клоун. И вот, смотри, тендери весь в татуках. Почему? Вот, давай, расстреливаем. В хламину. Да, отлично. Просто одни ноги остаются. Одни ноги. Ну, фермеры это самые сосунки. А почему из УЗИ не стреляет? Объясни-ка мне на милость. Почему он стоит? А, у него определенный радиус. То есть магнум бомбит намного дальше, да, чем из УЗИ. Будем знать. Я бы, конечно, хотел посмотреть, как работают мины и динамит. Но тратить пока мне жалко. Клоуны. Эй, а клоунов-то... Зашибись. Опа. Забрали с тобой мину. Зашибись. Клоуны эти летающие просто летели и все. И по барабанам. Давай-ка ускоримся, наверное, с тобой. Первые уровни мы всегда знаем самые легкие. Поэтому не стоит раньше времени говорить фу, легкотня и простота. Видишь, у нас даже с тобой здесь есть, как сказать, шкала здоровья именно забора. Вот, забор уже начали потихоньку кромсать. И, соответственно, он портится. Это что такое? Там какой-то сундук прилетел. Продавай ресурсы, получай монеты. Продать. Так, подожди, а что я продаю? Какие ресурсы я продаю, блин? Опа, тут в коробке, в ящике лежали бутылки. Приехали, короче, на тачке, забрали и дали. А сколько денег нам дали? Слушай, ну смотри, 4400. Вот это что за коробка? Бонус-бокс. Открывая призовые ящики, они помогут вам. Блин, давай глянем, а, за рекламку. Ну что, теперь можно открыть. Смотри, что мы с тобой получаем. 2000 монет плюс рулетку. Рулетку я видел. Так, перемешать. И что нам выпадет с тобой? Коктейль Молотова, две штуки. А что такое перемешать? Ага, вот так вот. Понял. Перемешали, типа, да? Ну что, у нас с тобой 6000 монет. Улучшить арсенал или улучшить дом? Давай, наверное, улучшим, блин, дом, что ли, улучшить там. Продать. О, так это тоже можно продать. Ну, так ёк-макарёк. У нас уже почти 9500. Улучшаем дом. Хочу, да, улучшить. А дырки никакой дополнительной не... Не вышло, да? Улучшить арсенал. А я не смогу, мне пока не хватит. Единственное, что мы можем с тобой призывать зомби. Есть какие-нибудь новые зомби? По-моему, нету.
А, патроны-то у нас, оказывается, все, ребятушки, патроны-то. Давай-давай, стреляем. То есть это вот нам на всю игру, как бы, получается. Ясно, вот в чем суть-то, собирать патроны. Не, вот эту клоунаду. А, клоунаду мне нужно самому бомбить. То есть ты на него кликаешь, и он лопается. Я понял. Так, если патроны нам дают на всю игру, то, конечно же, нужно собирать, а не упускать этот момент. Строчите, ребята, строчите. А как же мне интересно улучшить наше состояние именно по патронам? Они же кончаются. Просто посмотри, с какой скоростью. Может быть, где-то можно затаривать боеприпас, например, вот здесь вот. Ну, не знал, ребят, я просто нажал, а там, оказывается, реклама была, но патрончики нам восстановили. Так, я динамит так брошу. Бабах. Отдайте мне мои патроны. Все забираем, все хапаем с тобой. Так, денег. Деньги, конечно, тут что-то... Давай-ка ускорим, денег очень мало дают. О, смотри. Так, этот клоунада-то куда полетел? Эй-эй-эй-эй-эй, я не ломаю забор мне. Фух, повезло. Так, умножать давай. Заходи в игру каждый день и получай подарки. Так, мы с тобой забираем за первый день 3000 монет, 3 динамита, 3 мины. Спасибо. Так, итого у нас 10 тысяч. Что я могу? Улучшить арсенал? Или лучше опять дом? Улучшить арсенал, да. Войти. Так, 5 тысяч у нас есть? Есть. Блин, я взял, улучшил. Нафига мне улучшить, когда надо было покупать? А как новые эти-то открывать? Объясни-ка мне на милость. Так, это продать? Не, продавать я ничего не буду. Как мне открывать новые окна или что? Или этого делать не надо? Ох ты, а на 15 уровне еще... А, вот что значит первый, второй и третий сезон. Мы с тобой в первом сезоне Ходячих мертвецов. Шучу. Опа. Ты глянь, кто там. Ляха Натаха, смотри. Это что за хмырь? Это, блин... И чё? Ребят, хорош строчить-то, просто так патрон-то тратить. Ну? Не, зашибись. Камикадзе просто бегут и врезаются в наш забор, понимаешь ли. Да. Так, мы с тобой далеко не уйдем, если честно. Стрелять, стрелять, стреляй! Блин, мы не справляемся. Мы не справляемся, наш забор, ну, забор хорошо еще пока стоит. Блин, ну камикадзе его ломает. Понимаешь, эти утырки его ломают. Может быть, на мину поставить? Как она вообще работает? Посмотреть. Вот так вот. Молодец, я тоже поставил мину. Так, клоунада. Ну-ка, проверим. Отлично, отлично, мина работает. Проверено лично мной. А что будет, если они забор не сломают? Мы проиграем или что? Я даже пока не хочу об этом думать. Ну как, извини меня, с ними бороться-то? Ты посмотри, вон он едет. Мы даже не успеваем. Опа. А это что за фермер-переросток? Скажи-ка мне на милость. Даже динамит не берет их. Представляешь? Только мины. Ну, забор, слава богу, выдержал. Так, у нас с тобой 1130 монет всего-то. Продать мне нечего. Не хочу я ничего тут пока увеличивать, никакой объем. Мне надо продолжать бомбить. Мне нужно зарабатывать финансы. Поехали. Клоуна, причем я там сразу накрыл. Давай, расстреливаем этих говнюков мелких. Так, ускорение поставим, наверное, с тобой на 2х. Так. Лишь бы не переборщить. Нет, они вдвоем не справляются. Не справляются.
Именно вот против этих. Надо что-то делать. Надо нам... Короче, сейчас будем смотреть рекламу для того, чтобы преувеличивать деньги. Опа, опа, клоун. А клоун, когда взрывается, он что-то дает-то нам там. А, динамит, все, я понял. Так, волна подходит к концу. Это что-то наподобие растения против зомби. Только здесь, ребята, не растения, а наши, я не знаю, фермеры, видимо, стоят, отстреливаются. Потому что они идут на наши ранчи. Понимаешь? Эти охламоны идут на наши ранчи. В наглую. С вилами, там, с косами. Оценить игру? Нет, пока ничего не хочу оценивать. Не было бы рекламы, было бы круто. Ну что, смотреть придется? Блин, денег все равно маловато. Все равно маловато денег. А рулетка есть? Может быть, рулетку глянуть? Смотри, тут какие-то тучи грозовые. И выпадет нам что? 3 коктейля Молотова. Все, спасибо, понятно, большое. Так, раньше зомби. Погнали. Будем отбиваться. Этого сразу там зомби как-то еще даже не успел появиться, мы его сразу ушатали. А, я могу сам стрелять, ты прикинь? Смотри. Блин, как это... Могу сам стрелять, могу... Блин, это бесполезно, ребят. Пускай лучше они сами стреляют на автомате. У них это лучше получается намного. Так, зачем мне динамит тратить? Ускоримся. Идут, идут, идут охламоны. Этого на мотоцикле... Ой, на мотоцикле, на велосипеде даже я, ребят, не успеваю подбить. Так что... Это, как говорится, ну, надо кого-то другого брать, прокачивать, мне кажется. Ну вот как мне поставить еще одного, я пока не пойму. Мне кажется, надо окно, чтобы открылось. А чтобы окно открылось, наверное, нам нужно улучшать дом. Ой, клоунов забыл, чуть было не пролетел. Ну и также нужно будет забор улучшать. Естественно, потому что зомби наверняка пойдут более мощные. Клоун, куда летишь? Разогнался он. Так, патрон, давайте мне. Во-во-во-во-во-во-во. Смотри, кто идет. Фига он ломатель. Просто ломает мне, блин, забор. От забора практически ничего не осталось. Друзья, все бы ничего, но рекламы тут, конечно, натыкали. Будь здоров. Улучшить дом. Да. Блин, я думал лучше. А, вот, появилось у нас. Так, друзья мои, 900. Это какой-то шокер. У меня не хватает денег, да? Естественно, откуда у меня деньги? Но, слава богу, еще одно окно открылось. Так, откроем сундучок. 1000 монет, 3 динамита. Ну, теперь мне хватит, по-моему, на шокер. Вот на этот. Посмотрим, насколько он хорош. Ну чё, погнали. Гоу. Блин, патронов маловато, ладно, фиг с ним. Ох ты. Так, а что дает шокер? Я не помню, просто стреляет и все. Я думал, может, там будет станет их. Ничего подобного. Зомби, главный, с ружбайкой. Это, конечно, что-то с чем-то. Хорошо придумали. Ай, зомбарь. Ага, ты понял, шокер все-таки их замедляет. Он их замедляет, и поэтому теперь мы можем велосипедиста расстрелять. Вот оно что. Так, у них еще перезарядка, не забывай. Видишь, он пострелял. Так, клоун. Не надо здесь. Так, а ну тогда мы можем с тобой, наверное, ускориться, я так понимаю. Да. Слушай, ну шокер это круто. Мне нравится. Да, они даже не успевают, ребята, доехать до забора. Отлично. Ну вот это, конечно, зомби с ядром на ноге. Это какой-то заключенный, что ли, я не пойму. Клоун, куда летишь? Давай, 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 это и шахтеры тут. О, смотри, смотри, здоровый. Слушай, а на 15 уровне у нас здесь появится босс, да? И кончится как бы первый сезон.
Нам надо глянуть, где мы с тобой находимся. Так, ну что, у нас с тобой 2736 монет. Улучшить я, естественно, себе ничего не могу. Давай немножко, наверное... Хотя зачем нам музыку с тобой убирать? Не надо. Ладно, надо копить бабло. Понимаешь, бабло надо копить нам. Гоу! Ну где там эти засранцы? Давай, 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 наявь. Так, клоунада. Не надо тут летать. Ах ты, гаденыш, ну правильно, тут их дофига, поэтому... Пока мои тут отвлекаются, этот подходи. Врезается, причем целенаправленно. Ай-яй-яй, как же, это непорядок. Я еще представляю, если бы эти зомби строчили бы по мне. Вот был бы прикол. Слушай, ну вообще замечательно, смотри, как наяриваем. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вот с патронами беда. Нам, наверное, я вот не знаю, что лучше делать. Или забор прокачивать, или прокачивать нам арсенал. Клоун, вали нафиг. Так, опять этот недорослик. Уже большие какие-то зомби идут, ты заметь. Валим, 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 валим. Давай, отлично, отлично. Все, друзья мои, победушка. Что у нас здесь? Так, 4500 монет. Улучшить. Давай я зайду в магазин. Слушай, нифига себе тайзер. Он стоит 7000 на улучшение. Может быть, УЗИ? Нет, все-таки я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Я думаю, так будет оптимально. Ну что, поехали дальше. Все, нормуль. Должно... Блин, всего две мины. Надо было, может быть, коктейль молотова взять нам. Так, ускоряшку. Замечательно. Там, по-моему, мне... Или мне показалось, что там какой-то зомби на инвалидной коляске. Наверное, показалось мне. Так, клоунада. Да чтоб тебя, не можешь попасть еще по нему. Не, наверное, мне показалось. Это не инвалидная коляска, это, наверное, вот эти были зомби. Есть. Так, куда полетел? Летит он там мне. Давай, давай, давай. Сейчас волна кончится. Сейчас, друзья мои, кончится волна. Блин, беда какая-то прям. Я имею в виду, в плане вот патронов действительно беда. Фьюх. Разнесли. Так, подожди, почему... А, ну я же, да, я же прокачивал. Здесь у нас есть еще... нужно 3000. А, так тут можно еще и улучшать, оказывается, динамит. Вот это все тоже можно улучшать. Я понял. Есть где-нибудь, может, у нас что-нибудь тут ускорить? Можно ускорить. О, кстати, тут пойло пришло. Но ускорить это, чтобы, наверное, приехали, да? И, кстати, я хотел посмотреть, сколько нам еще с тобой до... Раз, два, три, четыре. Четыре уровня, друзья мои, и мы перейдем с вами во второй сезон. Так что не будем медлить, погнали. Забористый музон. Поехали. Ну, где вы там? Ускоряшку. О! Ну нифига. А что такой крепенький-то зомбарь был? А, ну правильно, качок. Зомби-качок. Смотри. Эй, ну так я не договаривался. Фига, чтобы его убить. Да. Проблемки у нас, походу. Слушай, ну у нас же есть вот что. Слабо. Очень слабо динамит бомбит. Им даже никакого урона практически не наносится. Эть, отлично, отличненько, хорошечно, как я говорю обычно. Так, волна сейчас уже скоро закончится. Патронов у нас с тобой хватает. В сезон, в новый, должны перейти в ближайшие, как говорится, уровни. Так, смотри, 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 уже здоровый этот зомби. Зомби с винтовкой, великан.
Эй-эй-эй, не ломай мне забор. Фига он прихвостень. Так, теперь мы можем с тобой вот эту вот коробку открыть. Но сначала нужно посмотреть опять же рекламу. Открываем и получаем. Ё-моё, это что такое? Какая-то батарея, аккумулятор, может быть. Так, ну что, нам там до сезона совсем ничего, по-моему, да? Три поединка. Три поединочка. Денег у нас 4000. Для улучшения дома нужно 10 000. Ну что, тогда поехали. Купим бабки. Вперед. Гоу. Блин, а почему арсенал не полный? Скажи, почему арсенал, блин, не полный? На, динамитом тебе. Клоун. Так, еще один летит. Ну, мы с тобой, когда клоунов вот этих подбиваем, которые на воздушных шариках, они обязательно нам подкидывают либо динамит, либо коктейль молотова. Коктейль молотова я, как ты понимаешь, не взял. Зачем я мины эти взял, не пойму. Пока, в принципе, можно без этого всего справляться. Причем довольно неплохо. Мне бы не помешал, знаешь, кто? Кто бы мог собирать за меня вот эти все припасы, которые с них падают. Я вообще бы просто бы лежал бы и балдел бы на диванчике, да? И смотрел бы, как мое ранчо справляется против этих зомби. Ну а что? Это, наверное, мечта любого фермера, да? Ох, смотри, смотри, смотри. Смотри, кто идет. Оу, щит. Нифига он какой мощный. Но, тем не менее, мы его пробили все-таки. Клоун, иди ты, знаешь, куда? Естественно, нам придется с тобой пушки со временем прокачивать. Итого 7500. 7500, опять же, этого мало. Поэтому двигаемся дальше. Короче, после каждого, ребята, уровня я смотрю рекламу, умножаю наши, как говорится, финансы. Но еще это за скорость, такая скорость меня не устраивает. Давай на максималочку. Я просто хочу посмотреть, что будет во втором сезоне. У нас же там что-то новое откроется, да? Пока все великолепно. Справляемся без проблем. Изи. Изи-писи. Да сюда. Так, патроны забираем. Так, а у нас по большому счету вот здесь, я так понимаю, да, будет еще кто-то находиться. Так, дай-ка я заберу патроны. И вот здесь, то есть еще два окошечка. Итого у нас стрелков всего будет 4-5. 5 стрелков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да хорош. Ох ты, а он стреляет. Ты прикинь, когда подходит к забору, он начинает стрелять. А я думал, что нифига он стрелять не будет здесь. Ага, как же. Строчит, будь здоров. Фух. Ну вот, уже 11 000 насобирали. Улучшать дом. Или забор. Наверное, все-таки я буду... А купить? Купить-то можно здесь что-нибудь? 15 000. Требуется улучшение мастерской? Погоди секундочку. Какой еще мастерской? Арсенал, блин, подожди, что-то они тут путают. Какой мастерской? Не знаю, ребята, я не врубился, но написано было: откроется после улучшения мастерской до 4 уровня. Ладно, фиксим. Нам дожить бы до следующего сезона. Так, подожди, такой расклад не устраивает. Естественно, надо все это на ускорении. Так мы будем до потери пульса с тобой тут их бомбить. А так быстро и практично. Тем более, пока мы тут справляемся. Ну, первый сезон, он, видимо, разогревочный, да? Так плавно вводит нас в курс дела. Чего нам дальше ожидать? Так, патроны. Интересно, был бы какой-нибудь, я не знаю, там бонус, который приумножает деньги. Было бы классно. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, не успевает. Они не успевают их пробить. Все равно не... Куда ты полетел? У меня уже 17 динамита. В плане. Эй!
ты смотри, смотри, что ты. Ребята, что за... Вы серьезно? Так, откат мы сделали, да, типа? Давай вот так вот тут везде все динамитом, ребята. Законопачу. Ты просто полюбуйся на этого бизона. Это что, конец сезона или что? Да вы строчите по нему без остановки-то, господи. Прикинь, я на него весь динамит потратил. Бум. Два. Три. Четыре. Пумс. И сломал мне дом, да? Зашибись. И это я... Это с самого начала. Не, ребят, так дело не пойдет. Мне надо улучшать. Мне надо улучшать. Да подожди ты, господи. Как тут... как выйти-то мне? Да. Ну тут-то понятно, тут можно ускориться пока. Да. Ни денег. Ничего нету. Ощущение, что это конец сезона, да, получается? Потому что в конце сезона обычно всегда зомби такие. Это типа босса, я так понимаю. Но это что-то уж больно лютый какой-то босяцкий ты пришел. Просто сломал мне все и довольный побежал дальше. Вот он. А это будет все бесконечно, да? Нет, 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 нет. Он... Он за 3 секунды мне сломал забор, ребят. За 3 чёртовы секунды он мне сломал забор. Понимаешь? И как? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Мне кажется, что... мне надо было прокачать моих автоматчиков. Хотя, может быть, сейчас попытку дадут еще их откинуть? Ну вот, мы их типа откинули. Да вот этих-то гасите, господи, что вы на них смотрите-то? Давай, 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 родные мои. И патрон это заканчивается, посмотри. Мы, наверное, не успеем. Сколько мы там? 4 удара надо сделать? 2, 3, 4, 5. Вот и сфейлились опять. О, можно? Да, слушай, мы его откатили. Может быть, нам удастся его все-таки сейчас-то завалить, а? С патронами беда, ребят, с патронами. Ну, если что, там рекламу гляну. Давай, 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 давай. Есть! Есть, ребятушки. Блин, надо было умножить деньги эти, ты понимаешь? Надо было умножить деньги. Так, я не помню, у нас 2-й сезон начался? Или что? Да. Да, ребята, мы перешли с вами на 2-й сезон. Охренеть. Но самое обидное, что я деньги не увеличил. Блин, так бы было бы сейчас не 8 тысяч, а 17. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!